Не успели начаться летние каникулы, как незаметно пролетел первый месяц лета. За это время более 6000 детей отдохнуло в столичных пришкольных лагерях. В оздоровительном лагере при 18-й школе города Чебоксары в июне отдохнуло 125 детей. Ученики первых пятых классов три недели с 8:30 утра до 14:30 проводили время с пользой. Они играли в интеллектуальные игры, соревновались, участвовали в конкурсах и встречались с интересными людьми. На закрытии лагерной смены они пообщались с депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов Владиславом Кригером. Организация детского школьного лагеря – одна из важнейших и интереснейших форм работы с детьми в летнее время. Лагерь несет на себе очень важную миссию – воспитание и оздоровление детей. Мы все видим их радостные лица и надеемся, что они наберутся сил и новых впечатлений для нового учебного года, для спортивных достижений и будут радовать нас в течение следующего года. В организации досуга пришкольного лагеря также принимали участие активисты ТОСа «Кировский-1». Провели мы здесь конкурс рисунков на асфальте «Город моей мечты» и конкурс викторину «Знаешь ли ты страну такую?». И вот действительно Кригер Владислав Валерьевич оказывает большую помощь в проведении таких больших мероприятий в микрорайоне. Встречи, беседы. Часто проводится. В 18-й школе больше всего мы собираемся и в подростковом клубе «Кировец», где проводятся тоже индивидуальные встречи с населением. Всего же в Чебоксарах в 51 школе и учреждениях дополнительного образования были организованы оздоровительные лагеря. Еще в 12 школах смены с кратковременным пребыванием. Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика.